Сегодня важный день в творческой биографии нескольких десятков начинающих актеров из 30 стран мира. Они получают дипломы Международной летней театральной школы СТД. Один из самых известных образовательных творческих проектов существует уже 10 лет. Программа обучения – интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. Одна из них – «Тишина», посвящение Эдит Пиаф, была показана на сцене театра кукол имени Образцова. Как признался режиссер Борис Константинов, это даже не спектакль, это эскиз. Но он предложил студентам школы тему, а они ее развили. Очень хорошие ребята. Я очень переживал, что поймут ли они эту тему, примут ли, интересна ли им тема Пиаф, тема ее жизни, тема ее одиночества. Вот. И оказалось, что они в материале. Жанр спектакля его авторы определяют как «сказка для взрослых». Исполнители отбирали по принципу «каждый из них должен быть ребенком в душе», чтобы спектакль получился по-детски наивным и трогательным. Со сцены звучит голос Эдит Пиаф, а вот у актеров практически нет реплик. Главное здесь – образы, метафоры, символы. И все это элементами фарса и клоунады. Предложенный режиссером символ Парижа – вовсе не Эйфелева башня, а зеленые жалюзи на окнах парижан. Большинство студентов летней школы СТД – актеры драматические, и для них это первый опыт работы в кукольном театре. На репетиции была отведена всего неделя. За это время актеры научились не только работать на сцене с куклами, но и мастерить их и ставить с ними номера.